Не кажется ли вам, что в художественных фильмах «Джек Ричер» и «Джек Ричер 2» вместо Тома Круза уместнее смотрелся бы актер Джейсон Стэтхэм? Когда читал произведение Ли Чайлда, представлял именно его. Спасибо. Если я правильно помню, этот самый Джек Ричер, он ростом 1,95 м, если я правильно помню. Том Круз не 1,95 м, и Стэтхэм не 1,95 м. Плюс он блондин, если я правильно помню. А Стэтхэм вообще лысый. Не то, что не блондин, а просто лысый. Нет, не тот, но у Кукуруза неплохо получилось. Неплохо. Не похоже на книжки, но неплохо. Ну, с этого, наверное, тоже бы неплохо получилось. Но ни тот, ни другой не похожи. Нет. Сериал, если ты сериал смотрел, там вообще какого-то жлоба огромного взяли, но он тоже не похож никак. Потому что книжный он холодная, такая расчетливая, циничная сволочь, а эти как-то с лица не похожи вообще, на мой взгляд, не похожи абсолютно. Поэтому нет.